Значит, всем привет! Сейчас несколько слов про вторую часть упражнений для мобилизованных. Это разножка, да? Садишься и садишься и садишься. Показываю на пальцах. Сейчас поверну камеру, и вы вот увидите все в отражении в зеркале. Значит, я вам что рекомендовал? Если у вас проблемы с физкультурой, а не со здоровьем, то вы можете начинать вот ходить по лестнице. И я это обосновывал тем, что весь транспорт, который в армии есть, а я видел всякий транспорт, БТРы, БМП, танки, КАМАЗы с утепленными дугами, то есть это вообще не маршрутки. То есть, чтобы туда залезть, вам подадут автомат, и вы либо подтянетесь, ногу высоко поставите на какое-то колесо, что-то как-то вот по этим гусеницам будете залазить. То есть, это вообще не маршрутка. Ну, либо вы за этот автомат товарища стянете, общий хохот, всем будет весело, только вы туда все еще не залезли, потом дальше, ПРСТ, давайте быстрее, и все в таком духе. Поэтому, первое, вот, что я использую, видите, две тумбы. Вот, я их показываю вам со стороны. Ну, я думаю, что тот, кто был в блатном спортзале, две тумбы. Вот я ногу поставил, вам видите, в зеркало. Вон туда. И я могу вставать добросовестно. Эта тумба меня выдерживает, все хорошо, понятно, да? Вот, если мы говорим о разножке, то опять же смотрите в зеркало. Коленка должна вставать где-то рядом с пяткой. Рядом с пяткой, видите, коленки и пятки, вот. Обычно берут резинку. Я сейчас беру, вот у меня тут такая есть, разницы нет. Так, чтобы она уже была в натяжку, вы садитесь и встаете. Мало, вы сели, взяли ее, а потом встаете. Да, ну а если мы говорим, что нужно потратить время на несимметрию, то вы берете сначала вот так и встаете, потом перехватываете эту же нагрузку, чуть-чуть может быть, берете другую руку и, опа, соблюдая ровное туловище, начинаете делать то же самое. Казалось бы, вот ваша нога, казалось бы, все напрягается. И вот такая вот кривая. Нагрузка сначала одна нога, сначала другая. Выпрыгивание. Выпрыгивание, это я вообще говорю для 100% здоровых людей. И, возможно, вот эта тумба. Вот смотрите, я стою при моем росте 1,80 м. Вот мое колено. А вот тумба в самом нижнем ее положении. Вот это вторая тумба. Вот я встану, представьте, что такое запрыгнуть на одну тумбу и что такое запрыгнуть на другую тумбу. Чувствуете, нет? Вот. На стульях дома такое делать не рекомендую. На стульях достаточно разножки, достаточно подъема по лестницам, как я вам говорил, сначала на каждую ступеньку, а потом через одну ступеньку. Прошли, все заработало, отдохнули. Прошли, заработало сердечко, потеплело, отдохнули. Дальше в лифт сели, доехали куда надо. Или наоборот спустились под горку. И так нужно будет, ну если кто-то живет на первом этаже, ну значит сначала к соседу научитесь ходить, потом спускаться. Спускаться это тоже нагрузка, наоборот, которая, она поможет. И точно так же сначала мы делаем, чтобы ничего вы не ощущали. Потом добавляем 10-15-20%. С резинками это количество раз. Можно, конечно, поиграть резинку двойную, сделать четверную. Они продаются разные, узкие, тонкие. На них там написано примерно какая нагрузка. Ее можно купить одну, такую вот для вас. Вы думаете, о, да это такая нормальная, потянет, я ее могу. Значит, потом будете складывать, если нужно, вдвое. Они есть кольцами, они есть как говорится, разрезанными. То есть со всей этой ерундой можно управляться. То же самое с гирей. Вот, допустим, я сейчас так резко вам покажу. Вот.
такой самый простой ряд гиль. 4, 8, 14 и дальше 16-ки. Ну, чтобы вы понимали, что они бывают разные, синие, зеленые, красные. Вот, и самое главное, вот эта дозировка, количество раз, либо сама нагрузка. Гирю вы не можете к ней, ну, скотчем к ней что-то привязывать смысла нет. Вы идете по принципу количества раз. С резинкой вы ее складываете. И так во всех упражнениях нет смысла о чем-то говорить. Если у вас есть вот такой причиндал, вот такой вот. Ну, вот там я его в зеркало покажу. Это две одинаковые тумбы. Вот ее как ни крути. Понятно, да? Как ее ни крути. Она позволяет, вот сейчас эта тумба стоит на одном боку, а другая на другом. Видите, они разного роста. Потом ее можно поставить вот так. Вот теперь зеркало смотрите. Я поставил ногу. Понятно, да? И начинаю вставать. Соответственно, если я ноль, во-первых, я должен начинать вставать вот с этой. И спокойно. Можно на каждую ногу отдельно. А можно сначала 5 раз тут, 5 раз тут. И поймать то самое счастливое состояние, когда, как я сказал, есть ощущение мышц, есть напряжение, тугота, тугость какая-то такая вот резиновость. Но боли нет. Поймали, с него начали 10-15% добавлять. Ну, собственно, на этом и все. Вперед, друзья!